Итак, народ, всем привет, с вами я, Зазепа. Ну что, продолжаем, вторая серия Red Dead Redemption 2. Проходим ее. Не сомневаюсь, просто беспокоюсь. Надеюсь, по нам ведь и раньше. Не думаю, что это изменилось. Надеюсь, что нет. Нам немного не повезло. Но потом метелица была наши следы, так что подождем. Хотя вернемся к Blackwater, заберем деньги, если мы добудем денег, двинемся дальше на запад. Но сейчас мы идем на восток. Пока что. Пока что. Все под контролем. Мы в безопасности. Усиляй веру, Хазия. А ты, Артур, ты мне не сомневаешься? Никогда? Отлично, ты же меня знаешь. Это далеко не конец. Когда достанем денег, пусть бросают за нами в погоне лучших людей, иначе они никогда нас не найдут. Но нам нужны деньги. Ну, конечно, Дач. Спасибо, сынок, за твою силу. Для меня это много значит. Вот так вот. Поддержка. Поддержка всегда важна. Что там? А. Любуется. Прихорашивается. Ладно. Все, пошли на улицу. Я там что-то помещение. А, ну здесь какая-то мастерская, типа, да? Ну, кстати, я, типа, и нож можно затащить, и что-то сделать. Ладно, погнали. Я так понимаю, нам это P и B надо. Да не, точно я знаю. Здорово. Пошли к B. И пизнился к вам, потому что я думал, что вы любите заварушки. Посмотрите, что говорили с бедными лицами. Побитя, конечно же. Заткнись, Ника. Никогда еще не видел столько чистых рож. Наверное, не вспоминаю тех, кто погиб. Но когда я погибну, но не... Когда ты погибнешь, мы устроим праздник. Праздник. Не исключено, очень смешно, да? О, пошло. Ну, что ты, такие люди, как вы? Перестаньте, сейчас же. Кретина. Подрискал, вот кому надо кожу чистить. Хотите после здесь ждать, когда он сам найдет? Давайте у нас полно работы. Вперед. Ты насчет этого дела? Да, ребята, крепко досталось. Что сейчас я толком не приказываю? Если чего сейчас хотелось угодить досаду, этим пацанам не знаю, что ты ненавидишь его, Тач. Сомневаюсь в этом. Нет, ты просто сомневаешься во мне. Я бы ни на что тебе не сомневался. Тач, ты... Ты всегда говорил, что месть — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. И все же это верное решение, Артур. Возьми. И делаю только желание свести давние счеты. Они говорили о поездах и детонаторах. Держи. Значит, они у них есть. И Колмар всегда были хорошие осведомители. Кольма. Ты думаешь, сейчас подходящий момент, чтобы ограбить поезд? Мастер нравится жить на диете, изоление мочи, кроличьего дерьма. Я для этого староват. Мистер Мэтьюс, мистер Смит, мистер Пирсон, пожалуйста, присмотрите за хозяйством. Покуда сейчас тут ребята от Дрискола. К юго-западу, да, Артур? Да, он сказал, типа, главной дороги на юго-запад. Они разбили около озера. Так, давайте найдем этих ублюдков, уйдем и них ограблим того, как они найдут нас. Давайте будем сейчас и планить вычищать там. Следы лошади и много лошадиных следов, короче, да? Насколько я понимаю, здесь только мы и они. И они вон там.
Все хорошо, дочь? Конечно, слушай, я знаю, что в последнее время ты не одобряешь мои идеи, но неправильное решение. Да, ты же знаешь, я тебя не брошу. Я давно понял, что Кольму от Дискола надо бить первым. Совершайся, и те, кого ты любишь, погибнут. Ваша с ним вражда. Мне нужно как-то положить конец. Так и будет. Так вот, я чайку попью. Так, читать не буду. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. Mm-hmm. Hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Все так и будет, босс. See that smoke? Покажем им. Пустим мы. Видишь дым? Мы рядом с озером, так мы уже близко. Ну, кстати, в относительной близости мы тут, я скажем так, находимся. Становимся здесь. Момент настал. Мы все к этому готовы. Готовы, дочь? Хорошо. Итак, мы мистер Морганом. Отправимся на разведку. Постараемся выяснить планировку лагеря. Мистер Уильямсон, мистер Белл, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Надо его читать. Иногда они слишком как-то быстро разговаривают, прям можно не успеть. И там, знаешь, отвлекся сам на картинку какую-то и все. Так, пацаны, пошли. Какие у вас модные бинокли. Так, ну один. Три. Четыре. Пять. Так, пока 6 человек, да, получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, не, 7, 7, 7. У меня еще кто-то есть. Ладно. Так, ну что-то там договариваются. Что-то решают. Что-то он говорит. Он не выглядит очень счастливым. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. Mm-hmm. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Ладно, пойдем навестим наших старых друзей. Пошли навестим. Don't forget to grab that rifle. Забудь взять с собой винтовку. Не, на самом деле, я вот слушаю, то есть на английском я понимаю. Sure thing. Не совсем иногда корректный перевод, мне кажется. Честно, серьезно. Так, берем винтовку сюда. Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said. Revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Пытаюсь понять, что это за модель винтовки такая. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Cole. Давай-ка кинематографическая камера. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Нет, давай нажмем на камеру. Пойдем. Если здесь как-то можно вид от первого лица включить. Может и можно будет, как GTA-шки типа. Так, давай-ка тут в рядок идти, а? Как не шлепнуться. С гор высоких.
Слушай, ну у них там тоже какое-то, походу, шахтерское. То есть, в принципе, район горнодобывающий, да? Типа, они заняли это место. Вот флагель. Здесь крутой спуск, спуск, осторожно. Да-да. Короче, ребят, я постараюсь читать, что они там говорят, чтобы вам комфортнее смотрелось, скажем так. Ну, не всегда и не все буду читать. Разглядывал винтовку, что это за винтовка, кто знает, напишите в комментариях. Но она не похожа на этот Ремингтон 1887, по-моему, или как он. Какая-то другая модель, походу. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. Ничего у них не выйдет. Нет, но если учесть, как нам повезет в последнее время. Тихо, давай сначала спустимся. Дай-ка по твоим следам пойдем. Давайте им послание оставим. Что, давай, может, пригнемся хотя бы, а? Для приличия. Это вдруг заметят. Stay low. I'm low. You was not low. Эй, coming, man. I behind you. Ну, лучше, кстати, пацаны сами будут не с этими револьверами, а с винтовками. Я, наверное, сюда зайду. И хочешь сказать, что он типа этого не слышал, да? Что? Что, типа не так задумывалось? Окей, ладно, пошло немножко не по плану. Кто там, блядь? Этот? Может, у меня эта позиция кажется как-то, по-моему, повыгоднее. Это все, что мне игра предлагала. Все, еще кто-то есть? Походу в этом сарайчике сидит. А, вижу, вижу. Блять, не видно ничего с этой. Заново хор. Все в лошади? Походу стенку убиваю. Хотя в ушку. Так этого, блин, прикончится уже наконец-то. Сдавайся, блять. А, он уже все там. Он первый пережил, непонятно.
grab everything we can from them. Ну давай, обыщем. Do you recognize any of them, Dutch? Of course not. Cole doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. Людей. If you can shoot a gun, ride a horse, and kill without thought, you're in. Think how long some of you have been with me. I imagine Cole doesn't even know half the names of these fools. Типа набирает людей, кем поймет всякий сброд, да? Да, типа она же их имя мне знает, да, говорит. Heads up, boys! We got more coming in from the forest! Ах ты ж елки. Не, ну, позиция. Да и здесь не лучше. Неплохая позиция. Кто? Вот там видел? Бежит, бежит, смотри. Они что, гути? Ага, вижу, вижу, Аим. Это засранец. Ладно, неважно. Нашел другого. И плохо, что он сам, короче, свою эту рычажку не передергивает. Надо двойное нажатие делать. Господи, там что-то, по-моему, кто-то был. Все? Трусы убегают. Давайте берем. Патроны. Ну, что-то я не сказал бы, что с них прям много падает. Вот, настоечка. Настоечка — это хорошо. Не, ну я тут до хрена, конечно, я задолбаюсь, всех обыскивать. Ну, за звуки, блин. Ну что, кто-то живой еще или что? Выносливость. Ну, это, наверное, то, что я бегаю. У него качается выносливость. А, там на холме еще один лежит. Я, наверное, пойду его уже обыскивать. Ай, ладно, пойду. Так уж и быть. Серебряный перстень. Еще что там в лагере валяются. Необысканные, типа. А вы что, типа, уже все обыскали, да? Good work, boys. Now, let's tear this place apart. На этих пацанов что не обыскали? Я же видел. You go search that wagon there. Во. Search that building. Чудо зелье какое-то. You take that building to the left. All right, man, quick. Поживее, ребята. Detonators, explosives, anything you can. Let's go. Сундук. $2. Блять, там что-то лежало, я не то нажал. Взять сигару, вот, смотри, покурим. Консервированные овощи, еще какие-то консервы.
Гавана Пимпа. Это бурбон. Это свеча просто. О, динамит, да? Динамит. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Хорошо. Come on. Did we get everything? Think so, boss? Вроде бы да, босс. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Мне кажется, что надо. Yeah. Interesting. Это отлично, это любопытно. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Ладно, валим отсюда. Парни, горжусь вами, всеми вами. Not a man down. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Жизнь не закона. Это наш путь. Wait until we have John back. Charles and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt. Вот интересно, я могу подлечиться, блин, пока мы там едем? Ну, у меня здоровье, я прям смотрю, у меня треть всего, так что я бы это. Train too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. Ну, что-то он, конечно, не особо себе прибавляет. He'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. Конечно, как и все остальное. Мы будем держаться на шаг впереди. Мы всегда должны знать, где они, то, как они узнают, где мы. До того, как они узнают, где мы. Может, такого не повторится. Мы были неумелыми там в Blackwater. Так, парни, подожмите. Давайте поскорее вернемся к лагерю. Ехали мы по тому пути, а сейчас едем по-другому, да? Ты что, парни? Я им займусь. Ладно, тогда мы возвращаемся. Только не убивай его. Он может оказаться полезным. Э, мужик, постой. Мы стрелять не хотим. Мы так разговариваем, да? Сюда? Ну чё, поехали? Ты пытался уйти от нас, так что... Поедешь вот так вот. Как тебе там, нормально? Поездочка. А если так? Немножко промокнешь. Ладно. Ну чё? Хорош издеваться над человеком. Немножко прокатил его. Ограбить. Ну давай, я граблю. Лекарство. Just let me go, come on. This could get bumpy. Так же лучше ехать, да? What's your name, boy? I don't know. You don't know your name. Ты не знаешь свое имя? It's Kieran. Ну что-то потемнело. Duffy. Kieran Duffy. Well, Kieran Duffy. I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me?
Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I advise you to save your breath for screaming. No, please! I'm begging you! Да ничего, нормально все будет. Don't do this, please! You better shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. Будешь сотрудничать, останешься живым. Come on, just name your price. Have a heart, mister. Just let me go, please. Shut the fuck up. You trying to test me, is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Простите, простите, okay. Ладно. Больше ни слова, ясно? Am I clear? Okay. That's two bones right there. Где там вот наш лагерь, да? Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Где там, блять, снять Киган? Тебе тут понравится. А может и нет. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle! Мистер Уильямсон, мистер Уильямсон, свяжите его за сраться понадежнее. Пусть сперва проголодается. У меня есть поговорка, друг. Мы стреляем тех, кого надо стрелять. Мы спасаем тех, кого надо спасать. Кроме тех, кого надо кормить. Мы узнаем, что тебе нужно. Господи, что с тобой делать? Я не знаю О'Дрискол, мистер! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Archie. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Поезд. Okay. Посмотреть, разобраться, съездить, подготовиться. Что тут думал? Вот так вот все по щелчку пальца? Нет, так не бывает. Слову знаю исторически, ну типа как там помогли, короче, даже поймать этих грабителей, кто там пытался типа поезда грабить, типа нельзя было солью, даже солью, блин, подходить, короче, к этим к рельсам. Это считалось уже преступлением, что типа как получается, как они делали, намазывали там рельсы, там какой-то кубики там ложили этой солью, не знаю, там большие. Там лоси приходили, короче, резали, блин. Ну, вот, и типа могли встать на рельсы, короче, останавливали поезд таким способом. Тоже не как лакомство, типа. Пиксон. Ну, с Пиксоном давай поговорим уже в следующей серии. Ну, а с вами был Зазепом. Лайкосик, подписка, комментарий. Всем пока.